В результате обесточивания оккупированного Крыма на двух украинских АЭС снижены мощности производства электроэнергии. Речь идет о Запорожской и Южноукраинской АЭС, которые теперь вырабатывают на 500 мегаватт электричества меньше, чем до подрыва электроопор на Херсонщине. Вопрос с возобновлением подачи электроэнергии должен решиться после допуска ремонтных бригад к поврежденным линиям. А вот решение о полной энергоблокаде полуострова украинские власти принять не готовы, заявляя, что отключение грозит украинской энергосистеме авариями и выходом из строя атомных электростанций. Такие же заявления звучат и от оккупационных властей Крыма. В ассоциации «Украинский ядерный форум» информацию опровергают и заявляют, это не более чем миф. На самом деле снижение мощности – это абсолютно регламентный процесс. И это происходит на атомных станциях, когда есть диспетчерские ограничения. Например, в ночное время. И это было, например, летом этого года, когда вместо того, чтобы покупать по контракту с Российской Федерацией недостающую электроэнергию нам в пиковое потребление утренние и вечерние часы, она покупалась ровным графиком, в том числе ночью. И тогда никто не говорил о том, прежде всего, Укрэнерго, как системный оператор объединенной энергосистемы, что это опасно, разгрузка атомных электростанций. На данный момент ситуация в Крыму сложная. Полуостров обеспечивается электричеством только за счет собственной генерации, которая покрывает лишь 30% потребностей. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Решить проблему в ближайшее время не удастся, признают местные власти. Мы считаем, что необходимо готовиться к варианту худшему, к варианту такому, что этот период продлится, по крайней мере, до момента, пока будет первая линия энергомоста проложена через Керченский пролив, а то есть 22 декабря. Правительством еще раз Российской Федерации все шаги предпринимаются для того, чтобы подать электроэнергию в установленном порядке. О строительстве энергомоста для обеспечения протоков энергии с российской стороны и увеличении собственной генерации на полуострове чиновники говорят уже почти 2 года. Сроки и планы все время меняются. В последний раз энергомост обещали построить к 2016-му. Однако объекты крымской генерации на Таманском полуострове планируют создать не раньше 2018 года. Поэтому срок 22 декабря, о котором говорит Аксенов, это новое вводное, притом, скорее всего, неосуществимое, считает украинский эксперт Сергей Дяченко. Там спочатку говорили про 200 мегаватт, потім про 400, але все одно там дефіцит вдвічі більше. По-друге, поки що це розмови, ніхто не бачив ТЕО повноцінного чи якоїсь документації. Якийсь рух на узбережжі ведеться, але там замулене дно в Керченській протоці, там з високою ймовірністю цей кабель може порвати, навіть якщо закріпити належним чином. Це дуже велика проблема. Я так розумію, зараз фахівці в Росії думають, як її вирішити. Учасники гражданской блокады Крыма по-прежнему не допускают ремонтные бригады к поврежденным линиям электропередач, требуя взамен от украинских властей полного прекращения поставок электроэнергии на полуостров. Мнения на этот счет в украинском экспертном обществе разделились. Ольга Кошарная, например, поддерживает идею энергоблокады Крыма. Нужно было отключать давно, 2 года, когда началась война. Ничего с нашей энергосистемой не случится. Украинской. Сергей Дьяченко считает, что украинские власти могут оказывать влияние на российских и оккупационных чиновников и без полного отключения электроэнергии в Крыму. Я щодо енергоблокади не впевнений, а щодо тиску і обмеження, це я підтримую. Зрозуміло, що мова йде про режими торгівлі і режими постачання води і електроенергії. Це мусить бути предметом тиску. Эту идею украинская общественность пытается донести до властей с первого дня оккупации Крыма. После гражданских протестов на админгранице с полуостровом удалось добиться лишь поручения президента Украины премьеру о прекращении всех торговых отношений с Крымом. Однако закон, обеспечивающий этот процесс, пока не отменен. Вопрос с блокированием поставок электричества в Крым пока на государственном уровне не решен. Договор с Россией об энергоснабжении действует до конца года.